Привет, мои принцессы, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу рассказать 5 причин, по которым, в принципе, вы сразу можете расставаться со своим молодым человеком. Первое. Если он поднял на вас руку. Если молодой человек поднял на вас руку, в принципе, вы можете с ним расставаться сразу, потому что если человек поднял на вас один раз руку, он обязательно это сделает во второй раз, потому что вы его простили, дали добро, а на это всегда найдутся причины, почему он вас ударил. Поэтому можете не ждать, не тратить время, а расставаться. Второе. Если строя с вами серьезные отношения, ваш молодой человек утаил от вас какой-то крупный долг, кредит, а если еще он планирует с вами расписаться, а у него есть кредиты, вы тоже можете сразу расставаться. Значит, что человек с вами не полностью открытый, вполне возможно, что свои кредиты и долги он уже планирует разделить вместе с вами. Третье. Если молодой человек украл у вас что-либо. Вы знаете, может быть, это покажется смешно, но как раз-таки это мой опыт, когда что-то у тебя воруют, а ты потом это прощаешь и идешь просто вообще не той дорогой. Поэтому сразу вам рекомендую расставаться с человеком, если он у вас украл что-либо. Украл у вас деньги, золото или что-то из вещей, непонятно, куда это делось, нужны были деньги, продал или еще что-то, то сразу расставайтесь. Четвертое. Если молодой человек изменил. Конечно, есть разные люди, и кого-то это, может быть, прельщает, но скажу сразу, что если молодой человек вам изменил, и вы его прощаете, боюсь, что ничего из этого хорошего больше не выйдет, потому что это доверие. В общем, даже если вы протянете еще какое-то время, то, скорее всего, вы... Либо он будет продолжать это делать, либо жизнь с ним будет невыносима. Поэтому лучше расстаться и искать нового партнера. Пятое. Если молодой человек сказал вам сделать аборт в тот момент, когда вы хотите ребенка, этот молодой человек сразу не для вас. Можете с ним сразу рвать и ребенка оставлять, если вы его хотите. Итак, 5 пунктов, из-за которых можно расстаться с парнем и даже нужно, я озвучила. Надеюсь, вы примете это к сведению, не будете учиться на своих ошибках. С вами была Селена Свей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До завтра!